Если я жесток с тобой, это лишь потому, что мир жесток. Ты это поймешь. Я лишь хочу, чтобы ты не впутывался в неприятности, ладно? Боже мой. От продюсеров «Очень странных дел» и «Прибытия». Твоего брата только что выпустили из тюрьмы. Я знаю, что меня долго не было рядом, но я хочу, чтобы ты знал, что ты важен для меня. Я хочу, чтобы ты был с ним поосторожнее. Добро пожаловать, мужик. Я знаю, я торчу вам денег. Просто знайте, что я вас не кину. Отпустите его! Что это за хреновина? Этим летом! Откуда эта хреновина? Я нашел ее. Кто-нибудь ее по-любому ищет. Та штука, которая была у твоего брата. О ней нужно сообщить. Я не могу. Нет силы большей. Найди его, где-то он есть. За нами идут опасные люди. И нету скрепче. Знаю, что я не хороший парень, но довольно круто впервые побыть чьим-то братом. Чем семья? Во что бы ты его ни втянул. Рано или поздно он все поймет. Надеюсь, ты к этому готов. Они идут! Давай! Поверить не могу, что за все время ты мне этого не сказал! Пошли, пошли! Уберите руки от моего брата. В следующий раз стоит попробовать мощность пониже. Родня! Скоро на экранах.